Всем привет! С вами я, Иван Фабро, и рад приветствовать вас на своем канале. Друзья, это будет маленький ролик и даже, так сказать, рекламный. О чем заключается реклама? В этом ножичке. В этом обычном ножичке. Я так забегу сразу, не буду интриговать вас и скажу, в чем, зачем я снимаю этот ролик. Так как сейчас у нас уже сегодня 1 сентября, ночь, у меня есть вот такие рамки, малометки, разные рамки, разного как бы степени запечатывания. Я уже откачку меда сделал, а сейчас я просто вот этих малометок, раньше я оставлял на весну, я их не качал. Но так как у меня на пасеке появилась порода карника, и я им оставляю в зиму корпус меда, и так как карника экономная пчела, и после зимы, весной, тот мед, которым я оставлял в зиму, он практически весь остается на месте. И у меня сразу же потребность в том, чтобы оставлять рамки малометки для весны, уже отпадает. И я вместо того, чтобы хранить эти рамочки, я их просто теперь распечатываю и откачиваю. Лишние там бидон 2 или 3, в зависимости сколько рамок, насколько они маломедные, они не помешают. И что я хотел вам показать? Хочу показать вам, это была предыстория, а теперь сама история. Распечатываю я рамки при откачке электрическим ножом гусья, вот таким уже показывал, ну и не только таким, и клином, станком от гуслия. Но так как это рамочки малометки, они, ну, вот такие, видите, то есть я взял вот этот нож. Я его когда-то купил для того, чтобы, купил, сразу скажу, не для обрезки рамок, купил для того, чтобы где-то язычок подрезать, где-то здесь там счесать, ну и так дальше. То есть это был как обычный пчеловодческий нож. Пасечный нож, так сказать. Но взял вот это на рамки попробовать, на распечатку вот этих рамок, малометок. И я даже нож электрический не включал. Насколько он хорошо острый и хорошо распечатает рамки, не надо ни тепла, никакой, ни воды, ни горячей. Короче, ничего не надо. Надо просто брать и распечатывать. Такой маленький, а такой шалудивый ножичек попался. Я даже сам, скажу честно, не ожидал от того, что этот нож будет распечатывать рамки. Но он распечатывает. И очень так мне стало приятно им работать. И я вот это распечатаю уже не знаю сколько корпусов. И решил вот это показать вам, потому что я сам не знал. Это так случайно просто взял этот нож. И что самое прикольное, этот нож очень хорошо гнется, выгибается, и можно втапливать, подрезать и так дальше. Ну, очень удобный. И что еще самое прикольное, это по сути тот же Джера. Нож Джера, только нашего украинского производства. Но Джера-то мы знаем сколько стоит. Джера стоит там ого-го сколько денег. А этот ножичек стоит каких-то, я не помню, в районе 50-60 гривен. Вот я только что обрезал, вам показывал светлые рамки, как он обрезает. И в принципе, ну это почти полномедная рамка, просто не запечатанная. Покажу и как на таких рамках. Вот что удобно, что он выгибается, его можно погнуть. И еще самое прикольное, друзья, что даже если он поломается, цена-то его 50 гривен, вообще не жалко. Это такой, насколько расходный материал. Но смотрите, распечатает рамки идеально. Ну как идеально? Хорошо. Сказать, что прям идеально, то не. Ну реально хорошо. И очень удобно им подлезать туда, где не всегда можно залезть. И получается, можно сделать изгиб
ножа, например, вот так. Носик острый ножа. Ну, буду объективным. Ух ты, вот это зарезал. Буду более объективным. То, что сейчас у нас, вот повторюсь, сегодня сейчас ночь. Час ночи, 1 сентября. Рамки холодные, конечно. И надо было бы попробовать, как этот ножик резал бы по светлым и темным рамкам, так сказать, горячим. Наверное, бы он все-таки заламывал. Хотя, все надо пробовать. Вот, друзья, смотрите, как он обрезает. Покажу вам поближе. Не знаю, видно вам, не видно. Но обрезает он реально классно. Ну что, покажу еще на малометочке. Быстренько. Чтобы вас не, как бы, не морить. Вот так он режет. Очень удобно. Очень хорошо ним подлазить в разные, так сказать, труднодоступные места. Вот такие малометки я откачиваю. Раньше их хранил, а сейчас я их пускаю в откачку. Потому что это лишний мед, который никогда не бывает лишним. И просто эти рамочки, это подсолнух. Просто выкачу, и будут пустые рамочки на расширение. Все, друзья, вот такое видео получилось. Как всегда, респект Юрию Михайловичу. Тут весь прикол в том, что в этом ноже, что здесь заточка. Очень качественная, крутая, классная заточка. Ножичек самый маленький, легенький и дешевый. Реально дешевый и реально удобный в работе. Так что рекомендую такой ножичек. Попробуйте, друзья. Я думаю, кто качает поздно, типа как я, вот это, поздней ночью, поздним летом, поздней, так я не знаю, осенью, то этот ножик справляется без подогрева, без воды и так дальше. Все, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписался, следите за новостями. С вами был Иван Фабро, до новых встреч, пока.